Добрый день. Я внезапно купил 2 на 2. Без магнитов. Mi Long. Тот же самый, что 4 года назад. Да, в видео 4-летней давности я обозревал Mi Long 2 на 2. Тогда он был один, а сейчас их целых 3. Да еще и разных. Посмотрим, что изменилось за 4 года. Версия у нас есть из цветного пластика. Вот такая вот коробочка. Код товара точно такой же, что и 4 года назад. Единственное, что поменялось, это вот здесь вот. Раньше была версия из черного пластика, из цветного и зачем-то из белого. Ну, когда-то их любили. Сейчас вместо белого есть такое с пастельными цветами. И еще называют их карбонные наклейки или как-то так. Ну, абсолютно вредная штука, как по мне, ломать детям глаза. Выглядит, может, и красиво, если кому-то такое нравится. Но я крайне не рекомендую. На обычный цветной кубик наклеены черные стикеры. Все остальное то же самое. Ну, естественно, версию с черными наклейками я не покупал, да и не искал. Есть инструкция, она нам не нужна. Коробочка от черной версии точно такая же. Извлекаем с точно такой же инструкцией. А вот пастельные цвета или макаруны, как их называют, а коробочка другая. Хотя вот нарисованы те же самые кубики. Извлекаем и получаем вот такой. Похоже, инструкция другая. Ну да, неважно. Для 2 на 2 это совершенно не нужно. Вот такие вот три кубика. На каждом из них, ну почти на каждом, на этом и этом есть логотип. А на пастельных цветах логотип не завезли. На фоне можно увидеть еще три таких кубика. И резонный вопрос, зачем я это все купил, если у меня тем более двушка такая уже есть. Конкретно вот так, нет, с цветного пластика у меня есть. Задумал я кое-что с ними сделать, именно 6 кубиков для этого потребуется, но если я не ошибся в расчетах. Пока раньше времени буду говорить что, ну в комментариях можете попробовать угадать. Ну а тем временем мы посмотрим, чем же отличаются эти версии. Вращаем цветную. Я их, конечно, смазал, 1000 не крутил, но смазал. Изначально они с коробочкой очень тугие, потом чуть легче, со смазкой еще и побыстрее. Очень непривычно ощущать в руках кубик с наклейками. Так вот на ребрах кубика чувствуются они, эти перепады высоты. Кубики очень громкие, ровно такие же, как и были. Понятно, что без магнитов сейчас двушки покупать не актуально. Ну, вот эти стоили 200-300 рублей, а магнитные, ну, 370-400 рублей уже стоят и хорошие. Хотите хорошие 2 на 2, купите либо магнитный Mi Long, а еще лучше Qi MS 2 на 2. Отличный кубик, топом не уступает. Ну, а что с этими? Их, естественно, можно брать, если только учиться двушку собирать. Или для чего-нибудь, для каких-то хитрых изобретений. Да, хотел собрать, но перемешал посильнее. Собираем цветную двушку. Собралась. Магнитов, конечно, не хватает. Дальше. Двушка из вот такого вот, ну вернее, точно такого же пластика, только другого цвета. Сейчас цвета еще сравним. Наверное, давайте сначала черную соберем. Так, белый, желтый и Ortega немножко дорешаем. Ну и здесь давайте начнем с как вот эти вот цвета, не знаю даже как их назвать, но они очень похожи. Это розовый вместо красного и какой-то, не знаю, персиковый вместо оранжевого. Попробую их не перепутать. Перепутал. Как-то так. Очень громкие кубики. Все. Ну, с черным все понятно. Старый такой формат. Были и Гуан По, и Танк По в таком формате. Тоже без магнитов, но стоили дорого. Но интереснее сравнить цвета. Даже белый. Он отличается. Здесь он какой-то такой более теплый, более холодный. Дальше.
синий и такой светло-голубенький. Красный, розовый. Вот такой вот светло-зеленый, тут зеленый. Персиковый, оранжевый. И кто у нас остался? Ярко-желтый, блекло-желтый. Вот такие вот различия. Для самого первого кубика, может быть, даже и пойдет. Главное, ну, не покупайте вот эти вот пастельные цвета. Различать их не очень. Розовый и персиковый. Да и белый и желтым. Ну, белый и желтым еще ладно. Персиковый и розовый, если освещение не самое яркое, то будет не очень хорошо. Такие вот кубики. Размер 50 мм, все по классике. За 4 года ничего не поменялось, кроме как ушел белый пластик. Появились макароны и карбоновые зачем-то. Ну, вот такие двушки. Если хотите собирать на скорость, сразу можете купить что-то другое. Эти, конечно, уже морально устарели. Мне приехало много интересного. Скоро будут новинки. Какие-то свежие, какие-то не очень, но будут. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.